Привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам про 10 самых популярных моделей авто в России. Агентство «Автостат» опубликовало список самых покупаемых новых моделей легковых машин на российском рынке по итогам февраля этого года. Лидером продаж в России по результатам февраля стала модель «Лада Гранта», которую купили 9559 человек. На втором месте оказался седан Kia Rio с результатом 8367 проданных авто, что на 18% больше по сравнению с таким же периодом в 2019. Третья строчка у Lada Vesta – 8107 реализованных машин. Четвертое и пятое место в рейтинге досталось Hyundai Creta и Hyundai Solaris, продажи которых составили 6636 единиц и 4453 единицы соответственно. Кроме того, в десятку самых популярных моделей российского рынка в феврале вошли Volkswagen Polo – 3966 штук, Toyota RAV4 – 3684 штуки, Volkswagen Tiguan – 2924 штуки, Lada Largus – 2790 штук и Renault Logan – 2657 штук. У меня пока все, еще больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте tarantas.news. Пока!